Всем привет, друзья, с вами Неломоп, сегодня мы поиграем в Roblox. Это карта под названием Дудгебол, Дуджебол, что ли, так читается. Так, выберите команду, выберите характеристику. Так, choose your character, вот этот или вот этот. Видимо, у них какие-то есть у каждого свои способности, но я от этого, допустим, выберу. Так, левел 1, левел 5. Угу. Shop, AFK, смайлики, чинц. Так, что-то я выбрал. Тим. Чё? Крамбл. Тим Крамбл. Хорошо. Значит, мы пока что находимся все возле какого-то большого памятника. Так. Что? Доджбол. Сейчас начинается бой. То есть наша команда красных против команды синих. One. Go. Так, дали мячик. Кидаемся мячами. Ура! Бей, бей, бей их всех мячами. Ой, у меня хп падает. Бросай, бросай мячики в них всех. Подбирай, подбирай мячи. Ай, мне досталось мячом по голове. Нужно их бить или забрасывать в кольцо? Вот это я еще не понял, честно говоря. О, мне дали какую-то медальку. Туда всех мячами, бросай куда-нибудь. Ай! Жесть, а не игра. Это какое-то сумасшествие. Меня разбили, у меня ноль сердечка. Смотрите, у меня совсем сердечко. Так, кто выиграл? Remember to use the mouse to use your way to your... Понял. Короче, меня выбросило из ринга. Ждем следующего тайма, что ли? Они там все еще дерутся. Мы можем, в принципе, сбоку посмотреть. Нужно где-то спрятаться сбоку, хорошенько так спрятаться. Ты меня слышишь? Нет, я тебя не слышу. Кто-то тут пресс качает, просто валяется на этой... Что... Вот они еще воюют. Мы уже вылетели, я так понял, из игры. Вот эти ребята появились. Так, качают пресс, качают пресс. Так, а что мы можем сделать? АФК. Так, качать можем тоже пресс. Готовимся, готовимся к бою. Я что, перевернулся в чужой лагерь? Я уже стал красным? Я же играл за синих. Или за красных? Так, что это? Твиттер. Ага, follow Twitter. Это убираем. Кто выиграл, интересно? Спать. Похлопаем. А я просто похлопаю, я просто похлопаю, я просто похлопаю. Так, бежим, бежим. Вот, мы когда приходим на полосу синих, мы становимся синими. А когда мы, допустим, стоим на полосе красных, то мы, соответственно, красные. Ух ты, какая-то прическа, 10 уровня. Ого, у меня всего лишь первый магазин. Так, тут, оказывается, еще и магазинчик есть. За рублоксы можно что-то себе да и приобрести. А как мне обратно теперь вернуться с этого магазина? Не хочу в магазин. Так. Назад, назад, верните меня обратно, я хочу играть в игру. Exit Shop, нашел кнопочку. Такая маленькая кнопочка. Что у нас тут происходит? Надо готовиться к бою, надо готовиться к следующему состязанию. Обязательно. Так, так, теперь я что, с синими играю? Blue Team. Blue Team. Ух ты! Это я. Hits 5. Your first round. О, мне даже насчитали немножко очков. Ничего себе сколько. Я поднялся почти до второго уровня поднялся. Немножко мне не хватило, смотрите. Ну, неплохо вроде как. Неплохо. Так, мы снова как бы за красных. Как и были, так и остаемся. Сейчас, буквально через пару секунд, мы начнем следующий раунд. Team Scramble. О, я хлопаю что-то. Я хлопаю, хлопаю, хлопаю. Опа, все, мы появились на этом поле. Так. Доджбол. Вперед, вперед, вперед. Сейчас будем снова бросать в них всех мячиками. 3, 2, 1. Вперед. Бросай мячом. Мячом. Ай, 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 ай. Больно, больно. Ой, по мне уже попали, кажется. Еще туда бросаем. Короче, главное как-то выжить. Оп. Мячик подобрали. У меня уже 3 мяча в руке. Так, ой, мячик не попали. Кидай же, ну же, бросай. Бросай мячика, Майло. О, жу. Кого-то мы все-таки там сбили. Не знаю, я постараюсь держаться как можно дольше. Не уверен, что у меня получится. Но будем стараться. Надо держаться подальше, подальше. Чтобы мы успели, если что, отвернуться. Но как бы это тоже не особо меня спасает, честно говоря. Все, меня развалили опять. Ну почему я так быстро постоянно погибаю? Но тем не менее, счет 6-4. Мы вроде как выигрываем. Давайте пойдем смотреть, что там происходит. Так, становимся тут к сетке. А может лучше подойти сюда, ну, справа или слева и посмотреть сбоку. Так, вот красных, сколько у нас?
4-3. Пока что счет почти что равный, но немножко красные выигрывают. Так, вот у них тут жизни совсем мало. Разваливайте их, давайте, синих, мочите, мочите. Пожалуйста, выиграйте. Я вас очень прошу. Ну уже, давайте. Ну, кидайте, кидайте мячами в них всех. Я вас верю, давайте, красный. 3-3 счет. Ой-ой-ой, 3-3 сейчас идет бой. 1, 2, 3. И у этого полностью все жизни, у этого немножко жизней. Умпа в голове у него. Один остался против двоих. Один против двоих. О нет, это сейчас будет очень сложно. Его сейчас забросают всеми мячиками, которые здесь есть. Но у него довольно много жизней. У него почти полностью полоска зеленого цвета. А здесь остался один игрок, и у него буквально надо, по нему надо буквально один раз попасть, и все, и он вылетит. Ну, попади же по нему, пожалуйста, тебя умоляю. Умоляю, вылети. Так, ну. Так, Михаил Шпак в нашей команде за красненьких. 10-й уровень у него тут. Ну ничего себе. Прогеймер. Ладно. Стоим здесь, смотрим, наблюдаем. Что, тут у него еще есть немножко жизни. А что с нашим красным? По-моему, он уже проиграл. Он его вынес? Красные проиграли. О нет, как мы могли такое пережить? Но все-таки пережили. Следующий раунд. О, Blue Team выиграла. Этот единственный, кто остался из синей команды, и получается, заработали очень много очков. Мои очки. Hits 3, Throws 11. Очки, которые мне дали. Следующие. Жук! Неужели я получу наконец-то второй уровень? И мне даже чуть-чуть дали уже... Чуть-чуть заполнили полосочку на втором уровне. То есть до третьего уровня осталось совсем чуть-чуть. У меня 128 насобиралось этих внутриигровых денег. Не рублоксов. Не рубаксов. Так. Привет. Прикольно начал. Забил передать. Что? Начал что? Привет, привет. Ничего не понял, что написал. София Кэт, привет. Герой и злодей. Гол. Кидаем в них. Ай! Мне сразу попали. Надо бросать. Нажимаем. Да дайте мне мячик какой-то. Дайте мне мячик, пожалуйста. Дайте мне мячик. Бум. О, мячики. Ой, меня, кажется, уничтожают, но я бросаю, как лев бьюсь. Надо двигаться постоянно, подпрыгивать. Может быть, так меня не попадут. Может быть, и попадут. Но вроде бы, когда я подпрыгиваю, не попадают. Ой, ну иногда и вверх они кидают, видите? Дайте мне какой-то шарик. Ай, меня еще раз попадут, и все, и мне крышка. О нет. Держитесь до конца. Надо, главное, дожить. Как можно дольше. 70 секунд до конца матча. Да нет, держись, деломоп. Оп. От меня столько пользы, я никуда никого не кидаю, никакие мячики не подбираю. О, подобрал что-то, бросил. Оп, еще один подобрал, бросил. А, все, меня развалили, к сожалению. Ну, такой себе с меня игрок. Давайте посмотрим на счет. Михаил Шпак, 2000 очков. Красная тим. Неломоп, 128 очков. Ну, прилично у меня очков, конечно же. Но... Я только начал играть. Я в первый раз зашел на карту, согласитесь, это в принципе неплохо. Так, давайте двигаться дальше. И смотреть, что тут еще. Вот тут лазит синяя команда. Лиска, киска. Предательница. Ты же должна была быть моей команде, лиска, киска. На красную команду. Приходите все на красную команду. Давайте все тут играть. Красные самые сильные. Так, а красных реально очень много почему-то. А синих чуть-чуть. Эй! Крул Эрик, ты же у меня в друзьях. Иди на красную команду, будем вместе. А что здесь происходит, кстати? Так, кажется, быстро завершился матч. Кто выиграл? О, Red Team. По-моему, это Михаил. А не, Макс Киллер. Юту. Понятно, я думал, это Михаил. Hits, throws. Мне очков немножко насчитали. 38 всего или 138, непонятно. Но левел у меня почти до третьего уже поднялся. Это радует. Так, хорошо. Сейчас продолжим где-то еще. Где-то еще продолжим. Набивать очков надо больше постараться. Team Scrimble. Так, начинается следующий уровень. Вот моя верная команда. Так, мы вот появились. Это синие наши противники, а это красные. Мячик давайте мне.
Надо собирать мячики. Это надо собирать мячики. О, мячик мне дали. Опа, запускаем. Оп. Оп. Мячик, дайте мячик, пожалуйста. Дайте мячик, эй. Мячик. О, чуть голову не попал мне. Мячик есть. Есть мячик. Ой, первый раз попали уже у меня. Так, пока что мы ведем вроде как. Так, а мячик можно? Эй, дайте мячик. Так, еще один мячик собрали. Сколько у меня уже? У меня уже два мячика. Тут еще два мяча. Три. Три мяча можно максимум. О, вот и попал. Сейчас надо подобрать. Ай, ударили меня. Дабл килл. О, три мяча надо. Раз, два. Ого, мы выиграли. Ничего себе, первый раз победили. Нокаут. Мы выиграли. Я остался в живых. Уху. Значит, поняли, как надо собирать? Надо собирать, получается, сразу три мячика, только после этого кидать, чтобы было как будто из дробовика. Жук-жук-жук. Сейчас мне, наверное, дадут много-много очков. Red Team победила, да. Spiritual Taras какой-то. Больше всего. 8 урон нанес. Это я. Какой красавец. Какой красавец. Так, сколько очков? 168. Четвертый уровень будет? Будет четвертый уровень. И даже больше заполнилось, чем в предыдущем уровне на начальном. Хорошо. Так, Red Team, Red Team. Смотрим, что у нас сейчас происходит. Ну все, у нас тут самое... У нас очень много людей. Смотрите, сколько у нас красных, сколько синих. Данка Плей перешел за команду синих. Изменник, предатель. Данка Плей. Фу, каким быть. Фу. А может быть, просто за красных уже не пускают. Поэтому так. Так, гоу. Так, три шарика есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот туда, вот туда. Раз, два, три. Есть. Дайте мне, надо побольше красных шариков. О, три штука есть. Вот туда, пусть там людей много. Вот так. Так, готовчик. Готовчик, готовчик, готовчик. Готовчик, готовчик. Так, 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 мне нужно три шарика есть. Вот там кто-то стоит на месте. Так, мне нужно собрать три шарика, а после этого запускать их. Так, три шарика есть. Раз, два, три. Когда стою на месте, меня попадает очень сильно. И меня разбили. Даже не помогла моя супер тактика, когда я кидаю три шарика подряд. Меня вынесли. Ладно, быстренько бежим смотреть, что там происходит. Пока что 4-3 счет. Ну, как бы неплохо, но бывало и лучше. Смотрим, что здесь происходит. Так, 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 так. Тут, по-моему... По-моему, неплохо пока что. 4-2. Их осталось всего 2 человека против нас, всех 4. Но, знаете что? Так, кто тут? Михаил Шпак качает пресс. Лиска Киска тоже тут рядом стоит. Вся наша команда дружная. Ну как? Лиска Киска почему-то за синих играет, непонятно. Красные снова победили. Ура! Так. Так. Все. По-моему, мы выиграли. 4-1. А, еще один человек бегает. Просто мы уничтожили, поэтому был крик. Сливки 3D. Никнейм. Я тебя не видел. Так, ладно. Один человек скачет и довольно хорошо сражается. Смотрите, уже остался один. Этот один очень сильный. Кто? Не вижу его ника. Он подпрыгивает и не видно. Но он довольно-таки серьезно сражается. Серьезно. Стреляет, стреляет, стреляет. Так, ну уже, давайте, стреляйте в него. Пожалуйста, застрелите его, я вас умоляю. Ну уже, ну уже, ну уже. Чуть-чуть осталось, ну. Там буквально одну тычечку. Все, победили, по-моему, красные. Да, красные выиграли. Этот шарфиком самый крутой красной команды, получается, был. Герми 29, 8 хитсов. Он 8 человек уничтожил. Так, а это я. Сколько я человек убил? 4 убил, а ранил 12. 12 человек ранил, а 4 уничтожил. Тоже неплохо. И что, мне дадут следующий уровень? Нет, 5 уровень не дали. Ну ладно, мы, в принципе, посмотрели эту карту. Надеюсь, вам понравилось, как я в нее играл. Если да, то напишите свой комментарий, напишите, как вам вообще эта карта. Может, лайк поставьте. С вами был Неломоп, до скорой встречи. Пока-пока. Скрамбл.